У Доме культуры поселка Мичуринский собрались представники аграрных предприемств, работники инспекции по растениеводству, специалисты Института огородництва. Мета семинара – обмен практичным опытом, отримание информации об новых технологиях. Организаторы запевнивают, прогресс у сельской господарцы не стоит на месте. Опыт работы лучших хозяйств республики доказывает то, что можно получать достойный качественный урожай и достойную качественную продукцию ничем не хуже, нежели в Западной Европе. Одна з таких господарок – Субрильова, якая на протягу широкого годов займает первое место в Украине. Урожай огородненных культур тут не ниже за 680-700 центнеров с гектара. Про то, как досягается такий выник, удельникам семинара рассказывали на полевых плантациях, у месте, где сегодня горячо в прямом и переносном сенсе. Каб супротстоять засухе, у Брилева за ценой не постояли, за межи были привезены поливальные установки. В настоящий период времени у нас работают два фрегата. Один фрегат работал, а потом второй запустили недавно. Но до этого, лет 7 или 8 тому назад, мы приобрели передвижные установки поливные. Конечно, это дело довольно хлопотное, накладное, дорогое. Работали круглосуточно, день и ночь. Спякота и засуха – головная проблема огородництва в этом году. Грунтовые воды сошли с глебы на глубину до 2-2,5 метров. У той же час ночи для растений выдаются достаточно холодными. Однако, не глядя на все это, специалисты запевнивают – паниковать не варто. Городнины хопить для себе и не только. Овощи у нас будут. В прошлом году мы собрали 72 тысячи. Я надеюсь и рассчитываю, что мы это количество получим и в этом году. Это 2,5-3 потребности нашей области. То есть хватит на вывоз за пределы нашей области в рамках республики. Ну и на дальнее зарубежье тоже немаленькие объемы есть возможность поставлять. Руслан Проляскоуский, Олеся Рудзянкова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».